В аэропорту Курумыч начали дежурить специалисты областного Роспотребнадзора. Особое внимание уделяется зарубежным рейсам, в первую очередь из Китая. Всех пассажиров несколько раз проверяют с помощью тепловизоров. Первый раз в салоне посредством переносного устройства, второй раз уже в самом аэропорту, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. По ее словам, в Самарской области не выявлено ни одного человека с признаками коронавируса. Одним из явных симптомов заболевания является высокая температура тела. Специалисты обращают внимание на пассажиров, у которых этот показатель выше 38 градусов. Туриста с подозрением на заболевание отдельно проверяют еще раз врачи. Они и ставят окончательный диагноз. Несмотря на ажиотаж, специалисты Роспотребнадзора пояснили, что термин «коронавирус» далеко не новый. Врачи уже сталкивались с похожими заболеваниями и раньше.